Друзья, доброго всем здравия, великолепного настроения. Сегодня я рад поделиться с вами замечательной новостью. Благодаря усилиям и стараниям неравнодушных и увлеченных своим делом людей увидела свет книга «Путеводитель. Путь странника», которую я держу сейчас в своих руках. Написанию этой книги предшествовали годы поездок и путешествий, которые шаг за шагом открывали для меня ранее невидимую дверцу в новый и удивительный мир. Каждая история книги – это очередная ступенька в определенный период жизни, повлиявшая на мое отношение к этому миру и к жизни в целом. За красочными сюжетами природы, за новыми встречами и знакомствами сокрыты простые и в то же время важные мысли. Счастье, доброта, любовь и любимое дело, которое, верю, будет жить и после меня, наполняя этот мир светом и теплом. Для кого эта книга? В первую очередь для тех, кто любит природу, увлечен путешествиями и всем, что с этим связано. Более глубокий смысл на страницах книги найдет для себя та категория читателей, которая ищет ответ на вопрос о смысле своей жизни, своей миссии и предназначении. Книга «Путеводитель» в этом поможет, подскажет, куда направить поток своих мыслей, чтобы получить желаемый результат. Каждая история не похожа на предыдущую, каждая история уникальна, поскольку она всякий раз что-то меняла внутри меня, помогая отыскать свой путь. В этом отношении «Путь странника» не просто книга, но один из множества путей, который стал частью и моей жизни. Я очень рад тому, что могу поделиться с вами этой историей. Пользоваться книгой очень просто. Несмотря на то, что все истории в ней выстроены в хронологической последовательности, читать ее можно хоть с начала, хоть с конца, хоть с середины. Все истории и рассказы напрямую связаны с библиотекой фильмов, расположенной на моем YouTube-канале «Виктор Странник». Для поиска того или иного фильма достаточно в поисковой строке YouTube или любого другого интернет-браузера ввести соответствующее название фильма, добавив к нему название канала. Название фильма находится в конце каждого рассказа. Для активной категории читателей некоторые истории я подкрепил геолокацией тех мест, о которых идет речь. На момент публикации этого ролика книга «Путеводитель» доступна в печатной версии. Тираж книги ограничен. Для того, чтобы ее приобрести, вы можете связаться со мной по электронной почте, указанной в описании к этому ролику, либо же просто оставив свой комментарий под этим видео или любым другим моим фильмом. Друзья, я очень благодарен каждому из вас за ваше время, мысли, за добрые слова, за обратную связь в виде комментариев, за новые встречи и знакомства. Спасибо за то, что вот уже на протяжении многих лет не даете угаснуть тому огоньку внутри меня, который, однажды вспыхнув маленькой искоркой, сегодня освещает все вокруг своим светом и теплом. Желаю вам любить то, что вы делаете, и делать то, что любите. Мира и добра вам и вашему дому, позитивного настроя вне зависимости от внешних обстоятельств и истинного, искреннего чувства благодарности за каждый прожитый день. До новых встреч, друзья!